Open Kids и для навыка «Легко сказать», который мы делаем совместно с Яндексом, мы озвучили книжулию. Книжулия – это облачко, которое очень сильно любит читать. У нее 5 пар глаз, и это означает, что она читает 5 раз больше. Вообще читать классно, но если у ребенка проблемы с произношением, то это трудно. Мы записали песню с тренировкой звука «С». Если вы захотите спеть нашу песню или пообщаться с Книжулей, то заходите и запускайте навык «Легко сказать» в Яндекс.Станции Алисе и выбирайте тренировку звука «С». Ваши Open Kids. Любим вас!